стихи. Кохрина Виктория, 3 Б класс, 9 лет, город Ульяновск, школа номер 46. Татьяна Черновская, стихи о почтальоне. И 15 нет, девчонка, невысокая и очень худа, письменочица, почтальонка, по прозванию Нюрка, беда. В зной и слякоть, в метель и стужу, сумкой кожаной наперевес. Да снеси Нюрке почту, что нужно, победи деревенькам окрест. Дома двое младших братишек, мать болеет почти уж год. Слава Богу, отец фронта пишет, ждут и верят, что он придет. Он придет, и все будет как прежде, как в далеком-далеком вчера. Не лиши только Боже надежды. И опять на работу пора. И ребятишкам картошка в печке, ей с утра сумка наперевес. А что впроголось? Бегать легче по 5 деревенькам окрест. В деревнях старики да дети, бабы в поле, кто сеют, кто жмут, почтальонку вдали приметит и сердечной тревогой ждут. Треугольник, живой, удача! Поле серый казенный конверт. Замолчат, закричат, заплачут, и померкнет в глазах белый свет. Защемит у девчонки сердишко от людского горя и бед. Тяжела эта сумка слишком, если там от беды привет. Вести черные, похоронки, горе горького череда. Письменосцы, почтальонки, без вины дали имя, беда. Малолетка еще девчонка, только в косах полно седины. Письменосцы, почтальонка, разносящая вести.